шаговый искатель – это электромеханический коммутационный аппарат, конструктивно представляет собой набор контактов, которые по очереди замыкаются бегунком, который, в свою очередь, управляется импульсами электрической энергии. Когда импульс подается на шаговый электродвигатель, то происходит поворот вала на определенный угол. Он зависит от числа пар колесов. Точность позиционирования бегунка на определенной паре контактов обеспечивается подпружиненным круговым механизмом. В соответствии с поданным числом импульсов, искатель позиционирует бегунок на определенной паре контактов, замыкая нужную цепь. Каждый импульс, поступающий во мозг вращающего электромагнита, поворачивает круговой полуцилиндр, а вместе с ним и щетку вокруг оси на один шаг, вызванный дыханием. При отпускании электромагнита собачка скользя перескакивает на следующий зуб полуцилиндра. Число поступающих импульсов определяет номер ломели дыхания, на который останавливается счет. Тем самым вход искателя оказывается соединенным определенным выходом дыхания. Шаговый искатель применяется в системах коммутации, автоматизации и управления технологическими процессами.